В минувшие выходные в Черкесске глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов по приглашению лидеров молодежного клуба «Бизон» встретился с активистами молодежных общественных движений. В дружеской беседе руководитель региона познакомился с активистами волонтерских, добровольческих, спортивных, интеллектуальных и творческих общественных организаций, действующих на территории республики. Подробности у Мурата Джанкезова. На встречу с молодежью Рашид Тимрезов приехал не один. Его спутником был сын Марат. Перед началом встречи один из учредителей клуба Ринат Хатуаев презентовал главе республики путь развития клуба от идеи его создания до десятков реализованных проектов. В клубе расположены спортивный зал, игровая зона, интернет-кафе, аудитория для проведения тренингов, имеется проекционная и музыкальная аппаратура. В рамках проекта «Наставничество» участники беседы задавали главе различные вопросы, касающиеся социально-экономического развития республики, а также его личного мнения по самому широкому спектру тем. Например, какими тремя важнейшими качествами, на взгляд главы, должен обладать современный гражданин? Честность, порядочность, так можно сказать, целеустремленность. Ну и мне понравился ваш, пока мы сидели... Нет, не слайд, а картина у вас на стене висит. Возможно все, а невозможно, нет, на невозможно нужно больше времени. Вот. Ну, наверное, все-таки порядочность, целеустремленность и, ну и быть, наверное, все-таки дружным. Вот вы дружная команда, компания. Я не знаю, я, наверное, все-таки два вот этих считаю. И здоровым. Вот. Интересовались ребята и о том, какую роль играли наставники в жизни главы. В любом случае наставником по жизни является мой отец. Это 100%. Ну, как бы и в детстве, и в юношестве, там, и даже во многих вопросах сейчас. Если уже будучи как руководителем региона, мне повезло, что я достаточно долгое время проработал со своим коллегой, главой Северной Осетии Алании Теймуразом Мамсуровым. Вот я у него очень многому и так и научился. И считаю, что кем бы ты ни был, сколько бы лет ты ни работал на той или иной должности, то тебе надо всегда совершенствоваться и прислушиваться к мудрым советам. Встреча продлилась больше 2 часов. Ряд предложений молодежных активистов были сразу оформлены поручениями. Мурат Джанкезов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.